Привет, дорогие мои друзья, мои подписчики, гости моего канала, мои бравенькие девочки, мои матушки, я вас всех приветствую. Я нахожусь в красивом месте. Я сегодня нахожусь в очень красивом месте. Я включала на чуть-чуть эфир, я не поняла, то ли меня там вырубили, то ли что, не знаю. Это набережная на реке Неве. Это очень красивое место. Вообще Питер это один сплошной музей. Вот знает. Я, конечно, вас всех приглашаю посетить этот город. Город сказка, город красивый. Есть что посмотреть. Городу более 3 веков. Вот. Особо про город я вам рассказывать не буду, умничать не буду. Я не сильно тут подкованная в этой истории. Надо, чтобы умничать, надо все сначала заучить. А мы просто пройдемся по красивым местам. Погода расчудесная. Я набиваю шаги. Я уже сказала в эфире, я ходила по рабочим делам в свою компанию в Транснефть. Надо было мне там кое-какие документы отдать. Вот. Небо очень красивое. Посмотрите, какое небо. Небо утонуло в реке Неве. Очень красиво. Очень, девочки. Погода сегодня прям шепчет. А еще я вам, девочки, расскажу. Сегодня у меня была пренеприятнейшая история. А могла бы быть вообще очень даже печальная. Ой, я с утра вообще даже говорить не могла. Конечно, позвонила подружкам, рассказала все. Вот. Ну, теперь для меня это будет урок. И вам теперь накажу. Значит, что у меня произошло в квартире. Я вчера купила свеклы. И поставила варить 2 штучки. Налила воды полную кастрюлю после бассейна. Уже, естественно, устала. Ну и пошла ковыряться в ютубах, смотреть фильмы. Отвлеклась и уснула. Ай, проснулась я в 4:20. И слава богу, что я ранняя пташка. Я встала в 4:20, выпила 2 стакана воды минеральной, заварила себе кофеек, закурила сигареточку и просто случайно повернула глаза на плиту. Случайно. Глаза машинально. Я смотрю, у меня включена кастрюля с вечера. Ой, девчонки, у меня рухнуло все. У меня в голове пронеслось. Вы даже себе представить не можете, что у меня там пронеслось. А теперь я могу вам сказать точно, что ангел-хранитель есть. У меня он точно есть. Я думаю, что это мой дорогой супруг, царство ему небесное. Я открыла кастрюлю, там уже лежали обуглевшая свекла. Но что спасло, я так думаю, что если реально рассуждать, что меня спасло? А спасло меня то, что это свекла. Она была не мелкая. И в серединке еще, я потом специально ножом там хряпнула ее, разрезала. Еще было мокренького немножко. Я думаю, что если бы была мельче. Вот что за здание, вы меня спросите. А я не знаю, девочки. Очень много новых строений, поэтому не могу сказать. Так вот. Конечно, я выбросила вместе с кастрюлей, чтобы мне это даже не напоминало. Ой, а какие у нас сделаны вазоны с цветами. У нас очень много Питер выделяет на озеленение и на благоустройство города. Даже речи нет. Вы посмотрите, какие экибана. Экибаны наделанные. Но это разве не красота? Это разве не райский уголок? Ой, очень красиво, очень. Посмотрите, как все, с какой любовью, с
какой любовью все посажено. Да. Нету слов, нету. Ну вот. Пойдемте спустимся к водичке. Вот здесь снимают часто фильмы, которые вы смотрите. Например, «Бандитский Петербург». Все снималось. Собственно, ну, может, не в этом месте, я не буду уж настаивать и спорить. Но и тем не менее. Вот. Просто красота. Я думала, парень ноги в него опустил. Он просто сидит. Так. Очень тут красиво. Народу тут мало. Мне так нравится. Я, наверное, сегодня приду и рухну. В общем, что я вам, девочки, хочу сказать, особенно возрастным. Поставили на плиту. В каждом телефоне есть функция будильник. И поставили себе 10, 20, 30, 40, час, два, сколько надо. Выставили время будильник. Сама буду так делать. Самолет полетел. Вернее, вертолет. Да где он? Я не вижу его на камере. Где он гудит-то? Не вижу. Ну, в общем, ладно. Короче, вот. Видите, как красиво. Но это разве не лепота? Очень даже, очень. Вот такая красивая набережная. Я уже хочу пить, я уже хочу кофе. Я первый раз, девочки, вышла без кофе, без термоса и без воды. А в центре города очень сложно найти магазин. Ну, может, какие-то есть. Да нету никаких, я бы купила. Нету никакого ни ларька, ни киоска, ничего. Поэтому вот я иду от Невского. И сейчас я поползу, наверное, уже на Финбане буду. Ну вот, собственно, у меня вот такая прогулка. Я довольная. Мне надо подружку опять из Барнаула как-то вызволять. Пусть едет, пусть летит, да, девочки? Пусть летит. Нечего там сидеть, отсиживаться. Вот. Ой. Да, сегодня я получила стресс. У меня даже давление, наверное, такое шваркнуло, что я сначала в себя прийти не могла. Я просто, я вам говорю, онемела аж. Вот так бывает. Поэтому, девочки, будильники, будильники и будильники. Вот. Потому что, а мы говорим молодежь. Я вот уже возрастная, грубо говоря, тетка. Ну как невнимательно отнестись? Включить и уйти. А самое главное, вы скажете, а что, запах не слышала? Нет, девочки, ничего я не слышала, потому что... Почему я не слышала? Потому что я сплю с открытым окном. Полностью у меня откинутое окно. И на кухне у меня тоже все время открыто. Даже если я уезжаю, у меня все равно открыто окно. Ну вот. И, конечно, никакого запаха даже близко не было. Ну ладно, слава богу, что все обошлось. Вот. Я сегодня обула вот такие кроссовки, они очень удобные. Вот. И туда надела такие подследнички, иначе я бы уже без ног была. Вот такие вот дела. Просто кайф, просто. Ой, мне еще вот туда до моста дойти надо, через мост. Ой, короче, кобздец. Куда зашла? Тетечка, кстати, это мост разводится. Сейчас мы почитаем, какой это мост. Поскольку у меня муж работал практически в центре, он, конечно, знал все. Ну и он другого склада был. Он больше политически подкован был, начитан и грамотен. А мне некогда было, девочки, надо было добывать, что-то где-то добывать. Вот. Уху-ху-ху-ху. Мокрёхонько я уже.
меня уже спина мокрая. Хорошо, что я хоть без рюкзака, а просто с сумкой. А сумка тяжелая, потому что у меня там этот банк, как он правильно называется, пауэрбанк, который заряжает телефон. Ну вот. Но я обожаю, когда нет народа. Представляете, иду одна. Иду одна по всей набережной. Разве это не кайф? Это удача? А если в сторону Невского я пошла, там не только ролик записать невозможно. Там даже вообще впритык идут люди. Нога в ногу идут. Да. Вот. Вот такой город. Город поменялся. Город. Люди поменялись вообще полностью. Народ озлобленный. Народ недобрый. Очень много мигрантов в городе. Когда мы в 87 году сюда заменились после Афганистана, здесь было 5 миллионов. А сейчас показывает статистика, что типа 5. Но гостей 2-3 миллиона. Это тех, которые учли. А тех, которых не учли, понимаете, да? Насколько масштабный город. Огромный. Ну ладно, всем места хватает. Всем хватает места. Главное, чтобы был мир на земле. Сейчас в связи с этими событиями очень, конечно, тревога какая-то, тревога. Поэтому все это неспокойно. Вот. Но не красота разве? Давайте я вам скажу, что я вас несу, абы как. Давайте вот так приближу. Красиво, да? Очень красиво. На той стороне недалеко находится военная медицинская академия. Академия прекрасная, учреждение очень сильное, врачи сильные. Но для меня остались очень плохие воспоминания, когда я бываю рядом. Когда я бываю рядом. Ой. Ну да ладно. Печально, все печально. Ну так. Ночью этот мост разводится. Включаются подсветки. Идет классическая музыка. Очень торжественно. Ой, как тут прям красиво. Вот кто был на разводных мостах. Но, кстати, с катера мне не понравилось. А вот когда стоишь на набережной и разводят мосты, вот здесь торжественное, конечно, все эти дела торжественные, аж мурашки по коже идут. Очень красиво. Вот. Питер потихоньку ремонтируется. Я вот была сегодня в центре же. Я вам хочу сказать, где бы я только не шла, все что-то чинят, делают. Сказать, что прям совсем ничего не делают, нет. Такого я не могу сказать. Вот. Ёшки-моркошки, слушайте, мне еще идти. О-хо-хо-хо-хо. Может, сядем, посидим? Ой. Тут только картины рисовать. Вот я была художником, я бы, наверное, здесь только рисовала картины. Это незабываемое небо.
и набережная. Красота? Красота. Ой, а там вон храм, а мы с вами прошли. Ну, туда не зайти. Ну, ладно. Пойдемте дальше. Жалко, что нет никакой кафешечки даже. Что-то не вижу рыбы. Неужели они ее едят, эту рыбу? Мне кажется, в этой реке Неве вода-то такая ухухошная. Ну вот, собственно. Собственно, я вам записала маленький отрывок из нашего красивого уголка. В центре я бываю тоже редко. Не думайте, что мы тут прям все ходим по этим мостовым. Иногда нет времени, иногда нет желания, иногда нет погоды. Ну и, как всегда, вы понимаете, что-то да мешает. Вот. Вот, наверное, все, что я хотела вам рассказать и показать. Да, я больше включилась для того, чтобы сказать, что какое у меня ЧП было дома сегодня. Вот и не верь потом, что есть ангелы-хранители. Есть все, девочки, есть. Ну что, до моста дойдем мы с вами, что ли? Давайте, пойдем. Ну вот, я практически там. Сейчас мы с вами его перейдем. Вы видите, как называется мост? Мост императора Петра Великого. Пойдемте по мосту на ту сторону. У нас везде охрана. Проверяют. Обходы делают под мостами, вокруг мостов. Хотите, я вам там покажу, что находится. Там тоже на той стороне очень красиво. Очень. Я, наверное, уже 20 километров прошла. Завтра я, наверное, не встану на ноги. Вот, видите? Вот это вот все тут разводится. Сейчас мы дойдем до середочки моста. Вот эти домики подсвечиваются, и они расходятся, поднимаются в разные стороны. Вот. Ну, вообще в городе чисто, на удивление. Везде чистота и порядок. Вот. Вот такие вот дела. Я боюсь по этим люкам ходить почему-то. Очень боюсь. Вот видите, серединка, вот здесь и разводится этот мост. Вот. Да, раньше было проблематично. Мосты разводились. И кто опаздывал, тот до свидос. Ночуй где хочешь. На одной стороне. Вот так.
нету. На этом я вам скажу до свидания. Всего доброго. Ой, какой собор-то я прошу. О, красавец. Ой, как красиво. Пока.